Здравствуйте, друзья! В предыдущих роликах мы уже встречались с бренд-менеджером Hirsch Павлом Скрастиновым и узнали, чем хорошие ремешки отличаются от плохих, как устроен ремешок, из чего делают дешевые ремешки и из чего ремешки Hirsch. А сегодня мы узнаем, как отличить ремешок, сделанный из настоящего крокодила, от крокодила, который нагуливал свой вес где-то в лугах под Рязанью. А поможет нам в этом старый знакомый бренд-менеджер Hirsch Павел Скрастинов. Есть ли способ отличить настоящего крокодила от ненастоящего? Конкретно вот этот ремешок является имитацией тиснением под аллигатора. Если я буду верить всему, что написано, боюсь, я куплю очень много. Есть и прямые признаки, как отличить тисненную кожу от натуральной. В прошлый раз мы разговаривали про то, что ремешки бывают как из натуральной кожи рептилий, крокодил, ящерицы и прочие, так и из обычной телячьей кожи, но с выделкой под рептилий. Мы с вами убедились, что определить навскидку синтетическая кожа или натуральная достаточно сложно. Может ли обычный человек как-то определить, ему предлагают ремешок из настоящего аллигатора или это телячья кожа, выделанная под аллигатора? У меня есть две части ремешка. Я специально взял те, которые без обозначение того, из какой кожи это сделано. Так, ну можно я попробую угадать? Попробуйте, определите. Сейчас я попробую определить, какой из этих двух ремешков является настоящим, то есть из настоящего аллигатора, а какой из телячьей кожи. Честно признаюсь, я небольшой специалист в кожевенных делах. Я бы сказал, что натуральным является вот этот ремешок. И даже готов мотивировать свой ответ. Если посмотреть на вот этот ремешок, то наряду с основной, скажем так, клеткой от кожи крокодила, здесь сохранены какие-то мелкие элементы, которые вот на этом ремешке отсутствуют. Здесь показана только просто крупная клетка. Но, как мне кажется, товарищи, которые делали ремешок, немножко, как обычно, сэкономили на мелочах. Насколько я прав? Удивительно, но как раз-таки наоборот. Конкретно вот этот ремешок, где все детально и тщательно продемонстрировано, является имитацией тиснением под аллигатора. В то время как ремешок, который был в другой руке, он является натуральным аллигатором. Так, ну тогда в чем секрет? Я так понимаю, что угадать нужно было по цвету пряжки, нет? Здесь она золотистая. Смотрите в следующих сериях. Ассорти из ремешков и огурчиков. Солим ремешки на зиму. Пряжка может быть любая, даже если, к примеру, вы выбрали себе ремешок, а на нем пряжка не соответствующая цвету, мастер всегда может поменять пряжку, то есть это как поменять шнурки на ботинках. Как отличить одно от другого? Есть ли способ отличить настоящего крокодила от ненастоящего? Самый простой способ – это взять другую часть ремешка и посмотреть, что на нем написано. На одном пиктограмма крокодила, на другом написано «Alligator Embossed», что в переводе значит «тиснение под аллигатора». Если я буду верить всему, что написано, боюсь, я куплю очень много. Да, маркетологи знают свое дело. Но есть и прямые признаки, как отличить тисненную кожу от натуральной. Тиснение всегда выдавливается прессом, то есть идет давление на верхнюю кожу. Если мы возьмем тисненный ремешок, немножко его согнем, то вот эти чешуйки, они распрямляются, угу. И проводя по ним пальцем, мы чувствуем просто гладкую поверхность. То есть тиснение будет разглаживаться, мы получим такую почти гладкую поверхность, да? Да. В то время как чешуйки аллигатора, они как бы нарастают слой за слоем, и сгибая ремешок аллигатора, мы чувствуем небольшую зазубринку, заусенец. Можно я попробую? Да, конечно. То есть получается небольшая ступенька в коже, в то время как здесь действительно вот на изгибе около вот этой клеточки я ощущаю почти гладкую поверхность. Супер! Хоть чему-то я сегодня научился. Если мы возьмем в качестве примера уже знакомую нам шкурку аллигатора, которая не обработана для изготовления ремешка, мы увидим, что вот эти заусенцы, они отчетливо... Они лежат почти, идут почти слоями, и кожа не просто сгибается, она как бы изламывается на этих местах. Получаются небольшие изломы. Кожи рептилий. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, как отличить настоящего аллигатора от аллигатора, который вырос где-то в наших широтах.